А как курят? Курят. Покажи. Очень просто. Сидишь трубку в карман. Беру. Сидишь верой. Да. Верой. Джигалхуана. Джигалхуана. О, Святой Дух, аллилуйя. Дорогие друзья, присоединяйтесь. Там, где вы есть сейчас, возьмите свои пальчики, сожмите вот так. Хотя его Дух Святой наполни меня. Дух Святой наполни меня. Могу сказать, знаешь, что можно там вот продвинуться, да, курение очень далеко, да, знаешь, что можно, на самом деле, можно курить все, что хочешь, тебе спутать. Можно, знаешь, выкурить стакан, да, можно выкурить микрофон, да, никогда не пробовал микрофоны курить, знаешь, это тоже нормально, тем. И по секрету я, знаешь, пробовал выкурить контейнер. На работе, знаешь. Друзья, я вам советую, да, выкурите свои организации, да, выкурите этот кризис, выкурите этих бесов, да, то есть начинайте прокуривать, да, подходишь на рабочее место, да, выкуриваешь стол, выкуриваешь компьютер, выкуриваешь директора, выкуриваешь офис, да, выкуриваешь там почтальонов, да, начинаешь всех прокуривать просто, да, это всех прокуришь, и атмосфера поменяется в твоей организации. Кстати, вы можете набрать код Константин Косячков, потому что у меня там уже есть несколько сюжетов, где я... Ну, вы видели один, где ты там курил? Да, я курю. Ты начал курить в Канаде, да? Начал курить в Канаде. А расскажи, ну, что это такое? Берешь, складываешь два пальца, подносишь ко рту и говоришь «Иисус», и вдыхаешь. Желательно закрываешь глаза, особенно если стесняешься, закрой глаза. А можно попробовать, чтобы он один? Давайте вместе, да, давайте, втроем. Берете два пальца. Так. Чик, зажгли. Вот огонек. Да, огонек. Так. Подкладываете ко рту. Закрываете... Но я вот так по-женскому. Да. Закрываете глаза. По-женскому не надо, я могу неправильно понять. Возьми по-мужскому. Это и так противоречивая ситуация. Ты понимаешь, на что ты идешь сейчас? Хорошо, по-моему. Ты еще возьми большой косяк такой. Возьми нормально, скромно, пошагово. Маленький косяк. Так, далее. И теперь. Ну, можно так уже. Да. Как это уже по-русски. Не важно. Короче, берешь и говоришь «Иисус». Скажи «Иисус». Иисус. Войди в мои легкие. Войди в мои легкие. Мое сердце, мой разум и в меня. В мое сердце, мой разум. И вдыхай. Смотрите на них. Вот это, собственно говоря, это о пользе курения. Я просто прозрел, понял, что такое Евангелие.